В здании областного правительства прошло заседание коллегии Приволжского таможенного управления. Руководящий состав управления округа вместе с Ульяновской таможней обсудили предварительные итоги работы за 2017 год. Только в августе этого года управление ПФО перечислили в доходную часть федерального бюджета более 9 миллиардов рублей, что составило 108% от планируемых перечислений. Повышение связано с тем, что крупные участники внешнеэкономической деятельности оформили документы и декларации заблаговременно. Сделать это позволило единая автоматизация. Информационная система таможенных органов. Все оформлено 100% в электронном виде, бумажного носителя нету. То есть, развивая перспективные таможенные технологии, мы сейчас взаимодействуем с 32 федеральными органами исполнительной власти и в режиме онлайн, входя в базу, мы видим те разрешительные документы, которые необходимы. Работа Ульяновского управления была отмечена экспертами на самом высоком уровне. На данный момент в регионе насчитывается 150 участников внешнеэкономической деятельности. Среди них автомобильные и станкостроительные заводы и ряд производителей автокомпонентов. Свою роль сыграло и скорое открытие таможенной зоны в особой экономической зоне и запуск международного терминала в аэропорте Ульяновск-Центральный. Взаимодействие правительства, региона, инвесторов, предпринимателей и основных игроков внешнеэкономического рынка взаимодействие с нашим управлением таможней выстроено, наверное, наиболее конструктивно. Всего же за 8 месяцев текущего года Приволжское таможенное управление пополнило бюджет страны более чем на 67 миллиардов рублей. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.